хватит газа пускать всякие. Здравствуйте, дорогие друзья! Бой Конора и Хабиба прошел, и теперь надо посмотреть на наше видео. Сегодня эти два чувака, короче, будут херачить друг другу татуировки, причем на полном доверии, с завязанными глазами. Трэш, жесть, садомия и ад. Кстати, как вас зовут-то? Игорь. Анжелика. А что, ты охуенная, что ли? Еще они просили не говорить на камеру, что у них был секс. Так что, поехали. Пока не начала действовать вторая таблетка от похмелья, друзья, я хочу скорее вам рассказать. Итак, что сейчас мы увидим? Итак, смотри, ты встаешь на позу. Такую, да? Ты встаешь рядом в позу, а ты разворачиваешься. Что? А мне вот так дает, да? Ладно, я пошутил. И сейчас она похожа на Макгрегора, а ты на Хабиба ее. Так вот, и короче, она сейчас с закрытыми глазами будет ему делать вот здесь вот какую-то надпись. Похер, можешь рисовать хоть надпись, хоть писун. Короче, делай все, что хочешь. А ты в это время ей подскажешь там левее, правее, но она все равно не поймет. Вот, ну а потом, собственно, все то же самое, только наоборот. Кстати, вы не заметили? Я все это время был в наушниках. Они такие маленькие и офигительные. И, кстати, очень круто звучат и играют. А у меня до этого были вот эти вот супер модные, супер крутые, навороченные за, мать его, 12 тысяч рублей. Эти стоят всего 5, но ничем не уступают, по-моему, в звуке. 4,5 часа они держат зарядку, они играют офигительно, громко, качественно. И при этом в этой маленькой, удобной и компактной коробочке вы можете зарядить их еще 4, мать его, раза. И, конечно же, никаких проводов, никаких геморроев. Вы подрубаете один раз их к телефону, связываете их, и все, просто слушайте и наслаждаетесь офигенной музыкой и никаких проводов. Ну а еще, друзья, у меня появилась вот такая вот замечательная Powerbank 20 тысяч миллиампер. Вот этой вот малышкой, чуваки, можно зарядить. Если мы берем, например, стандартный iPhone 5, это порядка 8-10 раз. А если мы берем, как у меня, например, iPhone 7 Plus, 4-5 раз легко заряжает. Любые девайсы подрубаете. Итак, здесь вот два офигительных разъема, в которые можно одновременно запихнуть два девайса и заряжать. В общем, блин, он и на ощупь приятный, и не тяжелый, кстати. И что самое крутое, показатели реально настоящие, и эта штука вывозит. Фу, кажется, я воняю. Садись. Прям нажимаешь. Она, чтобы вы, друзья, чтобы вы понимали, она ни разу не держала эту машинку в руках. И еще глаза закрой, опять. Давай. Почему это такой дебильный выпуск, я не могу понять. Но он должен быть смешной. Друзья, мы чуть-чуть поменяли их местами, потому что, короче, он пукнул и, типа, ей пахло. Ага. Давай. А, нет, погоди. Я не знаю, что это было, но я просто вах, в шоке. Я не впервые трогаю твои сиськи. А когда ты еще трогал? Двое. Не позже тебе пить надо? Убирай руки. Фу, ты что, подмышки бреешь? Ужас какой. О, я думал, это от меня воняет. Оказывается, не от меня. Возьми там попши. Давай, рисуй. Что, кожу я не оттягиваю? Да вот ничего не делай, я щепот. Ладно, сейчас камера выключена, его можно будет... Прости. Блин. Да ты хватит прости говорить, просто делай. Бери и делай. Во, смотри. Ой. Это смешно. А что ты молчишь-то? Это ж больно. Она тебе иглу засовывает, блин, на пол сантиметра. Погоди. А, ты переваришь? Я... Давай вот, вот так вот. Слушай, дай мне салфеточки, хотя бы я буду себя сам вытирать. Ладно, разрешаю. Ой. Ладно, я буду тебе точками что-нибудь бить, короче. Бей точками. Бей как точка. Я тут видел ногу рта. А ты под мужика хочешь? Больно. А, больно? Слушай, она иглу калывает. Не так давно, кстати, у Габара на канале был видос, где ему 120 игл воткнули. Короче, по сравнению с этим, это детский сад был. Не прикинь. Такое чувство, как она не скользит, короче, вообще. Да? Как сделать, чтобы она скользила? Плюнуть? Попробуй плюнуть. Блин. Ой, член. Что это, блин, было? Кожу оттягивай, кожу оттягивай. Натягивай ему кожу посильнее как-то. Не надо, я не знаю.
Ой, жесть. Интересно же. Ой, ты что, ему писульку рисовала? Какой хороший писун. Зачем ты педаль нажимаешь? Не знаю. Я надеюсь, он скоро у меня пройдет. Слушай, да не пройдет, нормально пробит, кстати, пойдет так. Еще специальную иглу взял, потоньше, чтобы тоненький был, но красивый. Взяли кожу, пробили. Слушай, ну у тебя есть еще желание порисовать чуть-чуть? На нем? Да? Конечно, да. Давай. Не, может, махнемся, а? Не, пока еще пусть она порисует, мне нравятся ее работы. Мне кажется, новый человек в нашей студии появится. Фрихендом такие студии. Слушай, ты что-то его так берешь, это как будто ты не тату ему бить собираешься. Я же не тут. Слушай, ты, мне кажется, видишь что-то. Нет, я помню, где он. Как ты помнишь, где он? Ай, я что-то помню, где он, ну ладно. Чем пахнет моя рука? Я не скажу. А я знаю, говном. Я пошутил. Или не пошутил, нет? Ну это не точно. Блин, ты так иглу усаживаешь. Я не умею. И соленый огурец, ты молодец, ты терпила. В смысле, вытерпел хорошо. Вот, смотри, теперь вы меняетесь местами. Сейчас, друзья, минутная, секундная пауза. Оп. Ну а пока она переодевается, оголяет булки! Друзья, ну, собственно, мы продолжаем нашу вакханалию. Сейчас она еще чуть-чуть подразденется. Ее парню мы закроем глаза, чтобы он не видел, как бы, ничего, никак. Хотя он и так, наверное, видел. Ой, ладно. В общем, берем тату-машинку в руки. Вот, вот. С новой иглой педаль у тебя под ногой. Макаю. Где? Что я? Отпусти. Нажимай. Так вы... Я сейчас вас всех нахуй ебу. Не, это не сквернослов, а то я тебе сейчас это... Да ты... Погоди, не смейся. Он ржет. Ну давай, начинай. Я тебе показываю вот здесь, вот, подожди. Вот промежуток, вот он, вот здесь. А ты бьешь высоко, там барашка. Не дотрагивайся даже. А, вот теперь дотронулся. Это плюсик? Надеюсь. Если ты хочешь на все «у», она должна быть с этой стороны, а не с той. Ты пишешь правильно, ладно, с тобой. А что ты так стонешь? Еще стони. Что получилось? Да ничего не получилось. Рисуй пока, рисуй. Рисуй. Что, стереть пока можно? Не стирай, рисуй. Давай, я помогаю тебе. Ой, у меня руки трясутся. Как хорошо, что я сегодня не беру. Слушай, а вы в Москве вроде жили, да? Да. А зачем вы там жили? Мы жили бесплатно. Несколько месяцев нас снимали квартиру. И мы за это получали деньги. Помогу! Да хватит, уберите свои руки. У меня уже прокол. Пирсинг, ютуб, просмотры, хайп. Путин. Путин, тату на руке, тату на лице, тату на глазах. Джарахов, татуировки. Чуваки, кстати, вот мне интересно ваше... Да заткнись ты, не стани. А ты рисуй дальше, рисуй. Мне интересно ваше мнение. Вписались бы вы вот на такой вот трешовый ад? И нравится ли вам такой формат? И вообще, может быть, давайте сделаем так. Пишите, короче, в комментарии свои варианты, чего бы вы хотели увидеть на канале жесткого, лютого, адского, и мы вот выберем и сделаем самое крутое. Возьми салфеточку и протри. Что-то меня они уже утомили. Вытирайте, давайте свой, да? Шикарно. Кстати, на какой секунде там был виден вареник, чуваки? Это я потом тоже посмотрю. Серьезно? Нормально. Что, получилось? Ну, неплохо, да. Я надеюсь, он когда-нибудь сотрудничает. В общем, дорогие друзья, хочется пожелать вам удачи, отличной недели, хорошего настроения, позитива. Вы, кстати, идите отсюда. Вот, позитива, добра, счастья, любви, радости. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал Бомбер Шоу, ставить лайки, писать комментарии и максимально продвигать видео. За это я вас буду любить отдельно, еще сильнее, чем могу полюбить.
Я все еще здесь? Да. Ну тогда я пошел. Иди.